Приветствую всех на канале Виаура, с вами Эльвира, и мы продолжаем проходить Not So Berry, это Sims 4, семейка Картер. Я записываю эту серию сразу после предыдущей, и что я хочу вам сказать, нас повысили на работе. Я уже думала, все, забаговалась наша работа, у меня висит до сих пор прошлосерийные задания, и нет, нас все-таки повысили, и мы теперь на 9-й ступени, нам остается еще одна ступенька. Получить 20 голосов, набрать голоса... О, чё? Вы чё? Это нереально, 20 голосов. Обалдеть. Давайте тогда будем потихонечку набирать. Она у нас, в принципе, все сделала, выспалась, напоела, наелась. Кстати, в прошлой серии мы познакомились с нашим соседом, такой вот прикольный чувачок. Он у нас, кстати, почему-то молодой. Мы еще сделали предложение нашему Диону, это наш коллега, поэтому нам надо еще готовиться к свадьбе, у нас вот колечко здесь, помолвка, вот, но давайте сначала попросим поболтать нашего Джеффа, может быть, он выйдет, как-то поддержит нас в плане работы, потому что 20 голосов, мне кажется, будет очень-очень сложно собрать, они плохо дают голоса на самом деле. Но я надеюсь, то, что он... Ой, ты куда? Он, походу... Ой, он на работу ушел. Ладно. А нет, мы его отвлекли. Дожили. Уже с работы его забираем. Дружелюбная карьера политика. Давайте-ка получите голос. Какую работу? Ты что, дур? Не верь, что Роу станет хорошим лидером? Серьезно? Почему? Почему не верит? А почему она у меня идти на работу хочет, интересно? Непонятно. Давайте тогда своих друзей, что ли, пригласим. Вот Кайл, например. Может быть, он у нас голос нам даст. Хотя у нас, по-моему, были же голоса. Почему они пропали? А у Кайла-то вообще появились какие-нибудь дети там, я не знаю. Или нет? Нет, походу. Он с ней в браке, но у них никого нет. Ну и ладно. Значит, они особо-то не хотят детей заводить. Ну, их дело. Что такое? Пора на работу. Почему? Я же выбрала работать из дома. Привет. Привет, привет. Давайте-ка продвинем политические взгляды. Может быть, они ему понравятся. Кстати, а мы вообще можем поменять политические взгляды? Где у вас карьера? Выбрать общественную... Цель. Все для персонажей. Постоянно меньше, пока сможешь. Миру мир, 7 миллионов для всех. А давайте выберем все для персонажей, наверное. Получится у нас так сделать? Вот, давайте попробуем. Так, дружелюбно вести спор от правых. Пойдем. И затем, наверное, все-таки попробуем получить голос. Вы и Кайл разделяете политические взгляды. Такие политические действия, как пожертвования, теперь будут успешнее. Голос дашь? Да? Нет? Да? Обалдеть. Ой, так у нас 11 голосов. А что было 0 из 20? Я уж подумала, все. Нет, нас заставляют идти на работу. Пока, Кайл, давай, сиди. Вам печенюшки погрызи пока что. Мы пошли. Ну, конечно же, брат нас поддержал. Естественно, как же иначе? Не могло быть иначе. Уходи отсюда. Иди на работу. Ты что здесь уселся? Вот сидит. У вас осталось 24 часа, чтобы оплатить счета. Так нету денег. Денег нет. Можно как-нибудь кредит? Ладно, нет. Кредиты мы не будем влазить. А, мы можем оплатить, но мы останемся без денег. Давайте у кого-нибудь тогда деньги просить. Может быть, мы устроим какое-нибудь пожертвование и заберем деньги себе. Мне кажется, это уже норма. Это будет наш доход как раз-таки. Ты кто? Прислуга. Я надеюсь, мы его не оплачиваем. По-моему, нет. Тут стоит у нас участок вот это, то, что у нас здесь идет прислуга, потому что это очень дорогой район. Можно, кстати, переехать в более дешманский район, но
как-то, знаете, неподобающе депутату с 9-м уровнем карьеры, поэтому останемся здесь, если что, как-то будем выкручиваться. У нас и продавать-то нечего на самом деле. Можно купить холсты и делать картины, но это тоже как-то так себе. Поэтому я даже не знаю, что мы можем продавать. Там-то у нас хотя бы были растения какие-то, а здесь у нас ничего нет абсолютно. Ну да ладно. Давайте-ка, наверное, так и сделаем. Может быть, купим какой-нибудь мольберт? У нас же тут больше вроде как ничего нет. Фургон с игрушками. Это что такое? Какие-то портреты. Детские. Черные. Это типа полочки вашего высочества. Какие-то готические стили, похоже. Не, ну прикольно выглядит на самом деле. Что-то такое у нас тут добавилось. Тканевый фон прикольненький. Что? А, ну мы, в принципе, можем вертикальный садик сделать. Но он как-то нам особо денег, мне кажется, не даст. Давайте я их добавлю. Блин, 300 стоит. 300 стоит, обалдеть. А, так у нас не хватит денег оплатить коммуналку. Так что иди нафиг. Пока не оплатим, ничего не сделаем. Можно вот это удалить, потом... В смысле 40? Что-то у нас тут вот должно быть еще. Так. Вот это вот мы удаляем. Удаляем. Это тоже мы все удаляем. Это у нас с прошлого домика. Я думаю, ничего страшного не будет, если мы это все удалим. Все, 1000 мы всего лишь получили. Я там что продала, что смогла. Остальное тогда пускай остается. На всякий случай будет. Все, оплатили счета. Она пошла у нас кушать. Да, кушать. Ей надо прям хорошенько отдохнуть. А, еще будет и сама готовить. Прекрасно. И давай потом, наверное, принять душ. Сходить. Потом ничего не надо там возобновлять. Нам нужно заказать доставку, еду. Мы сами не готовим, мы заказываем, получается. Закажем так вот по чуть-чуть всего. И великолепно. Так, ты что сюда приперся? Это вообще-то квартира. Муниципальный инспектор. Зачем проверять квартиру, я не понимаю. Нужно зелье вдохновения, потому что нам нужна вдохновляющая тут... Чё такое? А, это мы все выполнили. Кстати, да, мы выполнили в прошлой серии еще жизненную цель. Нам нужно вдохновение. Мы получили еще один голос и остались друзьями с Ёлтиком. Такое странное, конечно, у него имя, но мы решили остаться друзьями. Произнести речь. Давайте-ка вдохновляющую речь. Вот. Кто-то слушает, сидит. Арчибальд МакДуглас. Кстати, она постоянно о нем думает. Неужели он ей прям сильно нравится? Открыть профиль. Сильное влечение. То есть, серьезно? Отторжение. А, так к нам, у нас к нему отторжение, а у него к нам сильное влечение. Все вот так вот странно. Ах, ладно, пускай она тут что-то болтает. Я приглашаю... Не пригодятся, друзья. Понятно, давай, иди. Я предлагаю тогда звать сюда наших друзей, и чтобы они нас поддержали и дали нам голос. Все, мы все заработали, все сделали. Давайте прозовем сюда, пригласим сюда Дайчи. Пригласим сюда... Никиту вот это... А, нет, его не надо, его не надо. Федора пригласим. Кайла мы получили. Вот этого пригласим. Марию пригласим. А у нас, по-моему, они давали уже наши. Мне бы хотелось с друзьями... Да, хорошо, все прекрасно. Где у нас тут кто? Где кто? Есть? Навести камеру. А, так они все сюда приперлись, ладно.
Давай сначала с тобой дружелюбно что, продвинем ему политические взгляды. Я, кстати, хотела сначала взять взятку никакую, какую-нибудь, или небольшую, или большую, но потом подумала, блин, надо сначала голосовалочку получить, а уже потом взятки всякие. Так, а я не поняла, с кем у нашего соседа там любовь? Это как-то? Дайчи не подается. Ладно, он у нас не хочет. С кем у нас там любовь у нашего соседа? Я вообще-то его хотела выбрать как будущего мужа. А он там что-то делает с кем-то. Нормально вообще. Да, все, у нее вроде успешно. Должны получить голос. Давайте посмотрим. Да, 13. Блин, 7 человек осталось. 7. Никита у нас где? Не вести камеру. А, так ты здесь. Привет. Карьера политика, продвигать политические взгляды. Тебе понравится? Дружелюбно получить голос. Давай. Да, все, отлично. Блин, 6 осталось. Осталось 6. Я вот поменяла на самом деле цель, и они ее как-то больше поддерживают, чем мы постоим за деревья. У них поддержать цель все для персонажей, это лучше. А если я сделаю симулеоны всем, так они вообще, я не знаю, будут каждый голосовать за меня. Мне так кажется. Ну? Да, все, 15 голосов, 5 голосов осталось. Кого бы нам еще пригласить? Давайте пойдемте постучим. Ну-ка. Привет, меня зовут Джерри. За дело возмещения убытков вы имеете право на расчет наличными. Все, что нужно от вас, это номер вашего банка. Ты чё, ку-ку, что ли? Депутату звонить, разбираться совсем, что ли? Иди отсюда. Алло, можно потише? Кто у него там? Может, он фильм какой-то смотрит? Не? А чё никто не вышел? Ку-ку. Он не выходит. А вот он пришел. Привет. Давай мы тебе про свои политические взгляды продвинем. Не хочешь? Не, он ее хочет это. Ой, что это он делает? Он ее поддерживает, ребята. Он ее ободрил. Вы видали? Нифига себе, как он хорошо к ней относится. Но не верит, что она станет хорошим лидером. Прекрасно. Пригласи на свой участок. Тогда будем других звать. Тебя пригласим. Так, тебя мы не будем. Нет, тебя тоже пригласим. И тебя пригласим. Пока, давай. Он ее поддержал, но не поддержал в плане работы. Прекрасно. Может быть, он нам завидует, потому что мы занимаем такую вот высокопоставленную должность. Пойдемте продвигать. Блин, нам остался последний голос. Представляете, последний. Я тут собрала какую-то команду непонятную. Но они некоторые меня не поддержали. Это очень плохо, хотя мы с ними дружим. Ну-ка, ты поддержишь меня? Кто это оставил? А, пускай там стоит. О, все, последний голос, спасибо. Сюда, благодаря отличному пониманию проблем, уверенности в голосе, может быть, парочку пустых обещаний было понятно. Ладно. А что будет, если мы попросим небольшую взятку? Ну-ка. Ничего. Нам 2000 дали. Нам дали 2000, представляете? Ладно, это одноразовая акция. Мы больше не будем просить, это у нас вытурят, и вообще все пойдет по одному месту. Все, тут у нас все выполнено. Давайте тогда завтра мы сделаем свадьбу с нашим коллегой, чтобы мы особо так вот не растягивать все, потому что у нас день рождения. А, ну еще, в принципе, не скоро она старая станет.
Поэтому ладно, не будем. Фу, не ешь это. Она же... Оно же испорчено. Выкинь. Что делаешь-то? А выброси испорченную еду, пожалуйста, оттуда. Ребята, вы там задолбали шуметь. Ты долго тут будешь лалакать-то, алло? Стоит, лалакает. Ладно. Кстати, с ним я решила остаться друзьями, но он что-то как-то опять все поднял. Свои романтические настрой. Мы к нему подошли, я нажала, типа, остаться друзьями. Он такой, типа, да-да-да, окей. Взял нас, поцеловал, и все. Как бы, и у нас опять романтические отношения. Где ты есть? Сходи, пожалуйста, в туалет. Сходи, прими пенную ванну. Я предлагаю нам купить хотя бы какой-нибудь садик. Давайте-ка это я пока в багаж перемещу. А мы вот сюда вот что-нибудь посадим. Так, у нас должно вот это вот здесь вот стоять. Но я не знаю, пройдет она, не пройдет. Можем вот это вот удалить. Продать, продать. Это мы можем поставить куда-нибудь вот сюда, вместо вот этого. Это я так для украшений поставила. А сюда поставим тогда вот эти вот штучки-дрючки. И посадим туда наши растения. Я купила, значит, вот этот плод. Я купила вот этот плод. И кто-то купила, оставила. И у нас тут очень много орхидей. Они дают много денежек, поэтому мы их тоже посадим. Давайте, наверное, я как сделаю. Мы вот этот горшочек вот сюда вот посадим. Вот так вот. А эти сюда передвинем. Раз... Два. То есть этот мы... Да, дай ты. Вот так вот сделаем. И тебя тоже мы красным. И что-то у нас еще вот смерть, вот этот цветок смерти. Он тоже очень-очень много дает денежек, поэтому мы это все будем сажать. Не знаю, вырастет ли здесь дерево или нет. Посмотрим. К нам пришел наш сосед. Он у нас там на втором этаже постоянно в микрофон пел, поэтому я его удалила, он задолбал просто. Я уехала в деревню продать продукт как раз-таки. Он стоял, пел. Я приехала, он опять поет, чтобы вы понимали. Поэтому пришлось избавиться от этого. Что ты сидишь, хотя бы помог бы, я не знаю. У нас, кстати, на сегодня назначена свадьба в 6 часов вечера. И по заданиям у нас обсудить изменения в городе. Но у нас эта плашка не работает, поэтому мы не можем это все выполнить. Будем ждать, когда придут у нас новые задания. Все, мы уже на торжестве. У нас тут играет музыка. Давайте немножко потанцуем с нашим Дионом. Но давайте-ка приступим. Идти к алтарю. Но нам уже нужно сбежать. Куда ты переоделась-то? Я тебе платье выбрала, а ты переодеваешься. Давай. Ой, ему не нравится она. Она ему не нравится. А мы можем как-то прям сбежать, сбежать? Плохие поступки. Ссоры, спорить, прийти ярый, проявить равнодушие. Ой, жесть. Давайте, наверное, свадебное мероприятие. Пожалуйста, займите свои дела. Ой, свои места вот сюда вот. Да. Пойдемте. Собраться для завершения. Что вы делаете, ребята? Хорош. Пойдем-ка, идти к алтарю. Отправиться от алтаря, идти к алтарю. Отправим, давайте-ка, два персонажа у нас. Раз, два. Пойдем. Все. Да. Но мы должны уйти. Подождите-ка, а мы можем прям
убежать, интересно. Отношения, изменить отношения, разорвать, просить остаться друзьями. Ай, так, свадебное мероприятие, пригласить, бросать рис, собраться у алтаря. По-моему, он у нас сбегает, а не мы. Давайте-ка идти от алтаря. Все, сбегаем, типа. Пока. Она так помахала ему, типа. Пускай он у нас идет. А, я придумала как. Давайте-ка отправить к алтарю один персонаж, Дион. Давайте что-нибудь романтическое включим. Сменить станцию на романтику. Так, 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 романтика. Вот он у нас пошел. А, ты такая, типа, вот сюда вот встала. И давайте, наверное, знаете, что сделаем? У нас тут есть как-нибудь разорвать отношения или что-то такое, типа, поклясться друг другу верности? Я решила не сбегать, а разорвать прям отношения конкретно, чтобы мы красиво, так сказать, ушли. Поэтому сейчас будем делать красивенько. То есть мы сначала ей так сделаем, а потом мы такие плюх сюда, вот такие плюх, и все. Давайте, пойдемте. Все такие смотрят. Это так грустно выглядит на самом деле. Ой. Run. Пока, Дион, пока. Не обижайся. Все такие, а что, что это было? Как так-то? Почему? Куда он пошел? Он за ней? Куда он пошел, интересно? А, ему пофигу, по-моему. Ладно. Все, мы разорвали отношения. И она у нас даже пропала. Поехали домой. Это мы тоже выполнили. Погнали. Она у нас, конечно, очень грустная после всей этой ситуации, но у нас таковы правила. Ой, куда это нас закинуло? Я думаю, то, что мы сейчас постараемся, может быть, встретиться с нашим соседом, может быть, он нас поддержит. Что тут у нас? Ушедшая страсть. Что-то еще пропало. У нее еще и друг помер. Трусость. Что такое трусость? Мечты о свадьбе. Так в смысле, у тебя еще будет свадьба, не волнуйся. У нас еще задание вот это висит, но оно только завтра у нас изменится. К нам в гости зашел наш соседушка, а у нас сегодня как раз-таки день признания в любви. Давайте-ка ему вручим подарок. Что мы можем ему подарить? Главное, не подарить фотки с нашими какими-то непонятными мужиками. Давайте подарим ему, может быть, какой-нибудь камушек. Плод граната, пылесос. Нет, пылесос жалко. 225 дорого, 200... Вот, 24 бирюза. Нормально, я думаю, сойдет за подарок. Уважаемый сосед, мне скучно, хотите немного пообщаться? Да, конечно, мы не против. Понравится, интересно? Да, понравилось. Нормально, значит, все. Отказаться от общения? Давайте согласимся пообщаться с ним. Хотя мы так и так уже общаемся. Ладно, окей. Давайте-ка, может быть, что-то сразу пофлиртуем с ним. Да, не сюда. 1000? Это что? За что нам 1000? За что нам 1000 дали? А, так мы подружились с ним, типа, понятно. Давать пустые обещания. Ну, давайте-ка дадим, ладно, раз уж нам надо. Нам надо повышать нашу карьеру. Все, мы со свадьбы сбежали, но как-то особо и не чувствуем это, правильно я понимаю? Ну да, у нее все вроде пропало, она уже забыла об этом. Ну и прекрасно. Давайте-ка поделимся с ним фотографией. Можно, кстати, с ним даже сфотографироваться тоже. И сразу что, пригласить на свидание, запланировать. Давайте предложим ему пойти на свидание. Почему нет?
Ну-ка, ты сходишь с нами или нет? Работу мы уже закончили. Ну? Да, пойдемте-ка, свидание для сближения. Цель занятия. Персонаж, который говорит свидание, может достичь его... Понятно, короче. А у нас оно, получается, цели награды, да? Да. Гости мы никакого не будем, давайте-ка романтически общаться, физическая близость, еда, напитки, веселые какие-то действия можно сделать, что еще, потанцевать, например, да и все, в принципе. Какие у нас тут есть красивые места? У нас же новый какой-то городок, может быть, в нем что-то есть? Где он у нас тут? Сан-Секвойя, нет, это не то, Винденбург, Эйвенгриндельсвельвели, Виллоу-Крик, Бритчерс, Тамаранг, Сулани, Монголия. А где он у нас? А, вот он, ночной клуб, спортивный зал, парк, коктейль-бар. Вот, давайте-ка в коктейль-бар сходим. Ну, она, конечно, оделась. Здрасте, для свидания прям самое то. Давай, наверное, вот, вот такой прикид напялим. А ты чё? Ты что так оделся-то, как, я не знаю, не на свидание, а куда-то на пляж собрался? Пойдем мы с тобой вот сюда вот сядем вместе. Нет, давай, наверное, за бар сядем пока что. Закажем напиточки, поговорить о еде, поговорить о танцах, нелепо себя вести. Ладно, давайте-ка поговорим о еде. Обнимем сначала его. Это что такое? А, понятно. Поговорить о еде, это где у нас дружелюбные в непринужденных? Сейчас посмотрим. Непринужденные. Что-то изменили в городе. Поговорить о божественной еде. Поговорить о танцах. То есть это у нас все в непринужденке находится. Пойдем. Давай, 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 давай. Так, а нам кто-то хочет подарок подарить, только я не поняла, кто. Кто-то идет? Или чего? Ой. Ой, ты что делаешь-то? Давай мы с тобой лучше это самое... Просить остаться друзьями. Нам не надо с тобой лучше вот это вот... Шуры-муры всякие крутить. Нам напиток-то будешь делать или что? Я что, зря заплатила, что ли? Алло. Ну? А, нелепо себя вести. Я же с ним захотела там поговорить что-то про, видите, из-за близости тревога. Но они как-то с ним особо не хотят общаться. Здесь очень много персонажей, из-за этого неудобно. Ты аккуратнее, что делаешь-то? Ну? Давай. Надо было в какое-то более уединенное место, конечно, идти. Здесь их очень-очень много всех. Пойдем уже поговорим с ним. Так, выпить что-нибудь, нелепо себя вести. А потанцевать, кстати. У нас тут есть хотя бы? Включить в каком-то. Есть у нас тут какой-нибудь? Во, включить. Давайте-ка что? Классика для детей. Музыкальный микс включим. Пойдем потанцуем. С какой Джастин, Джефф. Вот. Пойдешь со мной танцевать? Нет? Вроде почапал. Ой, голова улетела. Можно было с ним, кстати, танцевать медленный танец. Ой, фу, боже, не надо так танцевать. Ай, романтические действия наконец-то появились у нас. Обольщать. Ну, будем целоваться сегодня или нет? О, все понятно. Все прекрасно. Только что сбежались под венца, уже нашли нового подлеца. Так, давай, эмоционально сблизиться. А куда она ушла-то? Ты где есть-то вообще? Иди давай назад. Ты напитки-то вообще будешь делать? Во, давай выпьем. Это правда чей-то чужой? Ну ладно.
Давайте признаемся ему в симпатии. Она только сейчас сделала напитки, представляете? Нелепо съесть что-нибудь. Давайте-ка заказать еду, крендель. Съедим крендель. Ай, флиртовать, хвалить внешний вид. Ой, какая прикольная песенка играет. Такая ту-ту-ту-ту-ту. Давай сюда, крендель. Ешь, моя хорошая. Потанцевать. Давайте-ка потанцуем. Ковбойский танец вместе. Все, мы поели. Давай плясать. О, отлично. Она, кстати, переоделась. Не знаю, когда успела, но переоделась. Значит, чтобы дозвать, нажмите на стереосистему или танцпол. Все, пара начинает оценивать бла-бла-бла. Она не самое огненное свидание, но определенно удачное. В багаже семьи появился небольшой подарок на память. Багаж семьи может... А, так у нас какая-то игрушка появилась. Может быть, мы тогда сразу с ним похвалим его внешний вид. Подарим ему розочку. Он нам не захотел дарить, правда, но мы подарим ему... Показать фотографии с недавнего свидания. Ты чё, ку-ку, что ли? Пригласить на свидание. Это мы с ним все делали. Попросить надеть парные костюмы. Это что такое за костюмы? Давайте посмотрим. Ну-ка, ся. Что за костюмы парные? Не поняла. А, они не могут выходить. Понятно. О, стать парой. Давайте станем парой с ним. Согласится, интересно, или нет? Да, согласился. А мне интересно, если мы повысим заняться вуху в чулане подсобки, ладно, пойдемте. Почему нет? Приятное окончание свидания. Пойдем скорей. Надеюсь, она не забеременеет. Хотя, в принципе, нам это и надо. Джефф использует контрацептив. Фу ты его. Ладно, ладно, мы потом, когда тебя заберем к нам домой, я буду за тебя играть и буду отменять это действие. Все? У-у-у, что там творят-то? Давайте сделаем тест на беременность на всякий случай. Пойдем. Надеюсь, что мы не беременны. Так, вроде не беременны, отлично. Ребят, она забеременела. Она беременна от него? Ты серьезно, что ли? С первого раза я в 100 детей там мучаюсь, по 50 раз это делаю. Она с первого раза от него забеременела. А где папаш теперь? Алло, ты где? А он ушел. А он сбежал. Его нет. Джефф, ты же предохранялся. Как такое возможно? Он реально ушел, ребята. Он просто ушел. Новая жизнь внутри тебя. Смотрите-ка, она рада. То, что у нее ребенок будет. Правильно? Ребенок в пути. А у нас, если кто смотрел в 100 детей, в последней или предпоследней серии, наша Элис была не рада, что у нее пополнение. Ну, понятное дело, у нее и так уже четверо детей было, а тут еще трое, точнее. А тут еще беременна. Ну, что поделать? Она у нас бедная, несчастная, будет теперь страдать до своей старости. Ой, пипец, конечно, мы забеременели, все, это наш первый ребенок. Я не знаю, на самом деле, что мы будем делать со вторым ребенком. Мне кажется, то, что мы, возможно, возьмем его из приюта. Это уже будет, как знаете, классика нашего проекта Not So Berry. Но, может быть, и она забеременеет от кого-то еще. Но, кстати, она у нас взрослый персонаж получается, да? Да, то есть мы все выполнили, то, что мы выйдем сейчас замуж взрослым на, как это сказать, во взрослой стадии нашего персонажа.
Вот. Но сначала нам надо как-то сделать так, чтобы он нам сам сделал предложение, а не мы ему. Не знаю, получится или нет. Давайте-ка пригласим его на свой участок. Может быть, если мы ему сейчас скажем о том, что мы беременны, он такой: вот тебе кольцо, давай, выходи за меня замуж. И все вот такие вот делишки. Но это посмотрим. Он, кстати, идет. На удивление, время 11, они обычно не приходят. Давайте-ка поддержим его. Но он, знаете, после вуху свалил прям сразу, так как будто чувствовал, типа, все, до свидания, ничего не знаю, всем пока. Но ладно. Что, будешь делать предложение ты или нет? Шаза. А как нам ему рассказать о том, что мы как бы беременны? Судить интересы, глубокие мысли, вы глубоко душевный рад, пополнение в семействе. Давайте-ка обсудим пополнение в семействе. Как бы это его все-таки ребенок. Я думаю, то, что у них... А, вот, рассказать главные новости. Я думаю, что у них будет очень красивый ребенок. Потому что и наша Роуз красивая, и он... Как-то... Как бы замечательно, но это не звучало. Это не звучало. Сейчас не лучший момент для этого. Ты чё, прикалываешься, что ли? Он сливается, ребят. Надо его... Давайте сами ему предложение сделаем, пока он нас это совсем до конца не понял, что мы от него беременны. Куда пошла мыться-то? Он не хочет иметь детей сейчас, в данный момент. Не, ну ты ошалел, что ли? Какой не хочешь? Пойдем. О, отлично. Да? Фу, хотя бы предложение принял. Хотя бы предложение принял. О, как рад-то. Прилюдно признаться, просить перестать признаться. Так, но это мы не будем делать. Куда пошли? Они пошли опять заниматься в уху. Не, ну вообще сумасшедшие. Сумасшедшие Симы. Им только одно подавай. Ладно, пускай занимаются, мы им не мешаем. Я предлагаю съездить, точнее нет, сначала я предлагаю переодеть нашу Роуз, потому что я хотела бы съездить к нашему брату в гости, если я еще помню, где он живет, просто навестить его и познакомить с нашим Джеффи, не помню, как зовут нашего мужичка. Вот, она, конечно, такая пополнее немножко стала, но это понятно, потому что она все-таки беременная. И нам надо сразу вот здесь вот добавить наряд, который мы наденем на свадьбу, на нашу будущую. Но свадьбу, я думаю, то, что мы уже сыграем в следующей серии, потому что этой серии у нас хватит всяких приключений. Вот. Здесь у нас сейчас я немножко ее переодену, потому что этот наряд не совсем прям... Это что такое? Откуда у тебя этот наряд? Эти наряды не совсем подходят под беременную девушку, поэтому... Не приехала наша Роуз в гости к брату, но почему-то его здесь нет. Почему-то здесь только Каори сидит. А где... А, вот он где. Я ему вот этот домик строила и попросила ответить за цветы, за кольца на свадьбе. Давайте-ка. Пускай будет отвечает за кольца. А ее можно, кстати, будет сделать... А, так это нет еще. Приветствовать грубо, приветствовать пока в поиске, кокетливо. А почему мы дружелюбно не можем приветствоваться? А вот, жизнерадостно приветствоваться. А что такое? Ой. Давайте-ка расскажем ему главные новости. Познакомилась с ней или что? А, ой, так они там что-то ссорятся. Ссорятся, ругаются, что-то непонятно. Пойдемте сюда. Давай ты у нас будешь регистратором на свадьбе. Хочешь? Или нет? Да, все прекрасно. А, что ты там про имена я видела? Хорошие оценки. Спросить про свадьбу. Давайте спросим про свадьбу. Я не знаю, почему они не завели ребенка еще на самом деле. Я думала то, что они быстренько тут заведут, но, как видите, нет. У нас они не хотят восторгаться скорой свадьбой.
Так, посоветовать заниматься любимым делом Кайл. Но он, по-моему, и занимается, чем ему нравится, потому что мы к нему с этим уже подходили. Интересно, у нас что-то было там про ребенка, я помню. А где этот вариант у нас теперь? Непонятно. Жалобы, это нам не надо. Любовь, сообщить о помолвке. Давайте-ка сообщим. А тебе мы тоже сообщим, хотя ты вроде уже должен знать об этом. Выразить благодарность родственнику. Давайте-ка тоже выразим его восхищение. Рос с нетерпением ждет возможности рассказать всем о своей помолвке. Нам можно, кстати, устроить вечеринку в честь помолвки, если что. Ой, нифига себе, он нас отжигает, конечно. И давайте тоже сообщим ему. Спорить о том, кто лучше, бег нагишом на слабо. Нет, я думаю, мы сейчас... А, прикольно. Все, она рассказала. Попросим у него совета, потому что мы почему-то грустные, непонятно почему. Что у нас тут случилось-то? То, что мы расстались, скорее всего, перепады настроения из-за того, что она беременна. Ну, в общем-то, все как всегда. Понятно все с ней. Где у нас тут было что-то про ребенка? Интересы истории, глубокие мысли, дать семейный совет. Ой, вы что делаете? А что они делали? Он ему массаж сделал. Представляете? Он ему взял и сделал массаж. Вот это я понимаю. О помолвке мы уже говорили же, зачем еще? Просить большую взятку. Нет, мы не будем у своего брата брать взятки никакие. Отношения изменить, присоединиться, стать лучшими друзьями. Давайте-ка станем лучшими друзьями. С кем он тут флиртует стоит? Ладно. Пускай флиртует. Спорить о карьере, сообщите о помолвке, предложите планировать встречу. Чё такое? Тайное рукопожатие, прийти в ярость. Комплименты нет. Непринужденные беседы. Узнать, как прошел день. А ты чё молчишь, сидишь? Ты чё молчишь? Давай тоже чем-нибудь говорим. Дородовая консультация. Обсудить возможно. Так, это понятно. Это понятно. Проверка на отцовство. Чего? Сказать правду персонажу по имени Джефф, что он отец персонажа... Что он отец? Ну так он отец, правильно. А где он есть-то? Он ушел. Куда ушел, непонятно. Ты куда ушел-то? Иди сюда, дурачок. Взял и уехал. Вообще-то мы вместе пришли. Какой-то, мне кажется, он немножко подозрительный. Что-то уходит иногда, убегает, может быть, изменяет. У него там как раз какие-то непонятные звуки издавались с квартиры. Любовь, все дела. Какой-то он мутный, мне кажется. Даже не знаю. Но будем смотреть. Ладно. И она какая-то грустная у нас в последнее время ходит. Так в смысле, ты ему сказала правду ты или что? Вот так ты рад? Или он думает, это шутка? Да он вроде это обрадовался. Спросить? Чего? Не надо ничего спрашивать. А что у нас тут еще есть? Собраться и порвать. Ай, так, измена версии, восстановление, здоровые. Все ясно, тут ничего. Ничего не ясно, понятно. Кстати, я же давала кому-то деньги свои, и он их забрал, и, я так понимаю, не вернул, да? Ай, кому я давала-то хотя бы вспомнить? Тебе, по-моему, да? По-моему, им... вот этому, Карен. Давайте его сюда пригласим. Пригласить на свой участок. И он там что-то должен, типа, был сделать.
спросить про результат вложений. Давай. Сейчас он скажет, да не, ничего нету. Ничего, все. Деньги отдала и иди нафиг. Данные о инвестициях будут известны совсем скоро. Спасибо большое. Ладно. Иди сюда. Ну что, я предлагаю... Кстати, у нас опять свалил наш прекрасный Джефф. Не знаю, почему он убегает постоянно. Видимо, после того, как узнал, что мы беременны. Все, я думаю, то, что на сегодня мы закончим. Если вам понравилась эта серия, не забудьте поставить лайк, пишите комментарий, подписывайтесь на мои соцсети. Все ссылочки есть в описании под видео. Также не забывайте про колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Все, ребята, всем до скорой встречи. Всем пока-пока. Bye, 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 bye